Заунд-студия «Тель-Авив, Израиль» представляет мультипликационный фильм «Ману». 57-я серия. У вас есть куртки? Конечно. Мне кажется, вот это подойдет. Может, примерить? Это мне как-то не очень нравится. Ну, тогда примерь вот это. Только сегодня получили импортное. Действительно, очень неплохо смотрится. Она тебе очень идет. Мне ты просто Джеймс Дин. Мне не очень-то нравится цвет. А у вас есть голубая? Вот, пожалуйста, как ты и хотел. Голубая нравится. Примерь. Но это не совсем тот фасон. Нет, мне не нравится. А вот эту я могу примерить, а? Да, конечно. Она на подкладке очень красивая. Ее шили, ну прямо как для тебя. Но здесь нет боковых карманов. Это ужасно. Может, у вас есть с карманами? Нет, других курток у нас нет. О, как жаль. А то я бы ее купил. Как же я ее сразу не заметил? Можно примерить? Вот, настоящий класс! Да, это отличная куртка. Ух ты, мне нравится. Вы считаете, мне идет? Великолепно и очень подходит для мотоцикла. Правда, она теплая. А она мне не очень невелика? Совсем нет, сейчас так носят. А я в ней не выгляжу толстым? О, нет, сидит как перчатка. Как боксерская перчатка? Да, замшевая мне тоже нравится. Конечно, это классический фасон, он всегда в моде. Да, неплохая куртка. Так что, берешь? Нет, не могу. У моего друга Роберта точно такая же. Мы будем выглядеть близнецами. И вообще, лучше останусь своей. Зачем мне новая? По мне, чем положеннее, тем лучше, правда? Ой!